Выборы – важный шаг для каждого гражданина страны. Люди определяют будущее Казахстана и разделяют ответственность друг с другом. Избирательный участок номер 450 с 7 часов утра принимает избирателей. Непогода не помешала многим осуществить свое конституционное право в первые часы. На этом участке проголосовал аким области Гали Искали вместе со своей семьей. Участок расположен в музыкальном колледже имени Курмангазы. По наблюдениям прошлых лет, здесь всегда высокая избирательная активность, которая наблюдается и на этот раз. С 7 до 8 утра проголосовали около 40 человек, в их числе и аким области Гали Искалиев. На этих ответственных выборах важен голос каждого жителя области. Так гражданин выражает свою позицию и выбирает не только президента, но и будущий путь своего государства. Сегодня в голосовании все три поколения моей семьи принимают участие. И я призываю всех наших западноказахстанцев показать политическую активность, политическую культуру. И несмотря на небольшие непогоду, прийти на свои избирательные участки, проголосовать, сделать свой выбор. Президентские выборы у нас не так часто проходят, поэтому я думаю, что в воскресный день это удобно, времени свободного побольше, прийти, проголосовать. И чтобы сказать завтра, что я тоже принимал участие в таком большом и важном для нашей страны событии. Конечно, одними из первых на участке приходят избиратели старшего поколения. Это самая ответственная категория граждан нашего общества, которая подает пример молодежи. Данные выборы они связывают с большими надеждами. Ради своего народа, ради себя, ради своих внуков, конечно. Я желаю своей стране счастья, здоровья, процветания. Те, кто не мог присутствовать по месту прописки в период выборов, могли взять открепительные удостоверения и проголосовать в удобном месте. Так поступила прописанная в Астане семья Нурбековых. Участие в выборах – это долг каждого гражданина, считают они, поэтому пришли на участок в первые часы работы. Мы в Астане прописаны. Поэтому? Ну, пришли сюда проголосовать, взяли в Астане открепление. Здесь уже в список нас внесли. Мы проголосовали. Удобно вам было? Удобно. Да, все совершеннолетние дети. Кто в Астане, кто в Алмате. И все будут голосовать. На 450-м избирательном участке 2407 избирателей. 9 членов комиссии работают с пришедшими на выборы согласно их адреса проживания. Благодаря этому люди быстро получают бюллетени. Для удобства на участке есть 3 кабинки. Работу начали своевременно. С 7 часов начали принимать граждан, и в первый час проголосовало 35 человек. С просьбой осуществить голосование на дому обратился 21 человек, в их числе и ветераны труда, и лица с инвалидностью. Напомним, что избирательные участки работают до 20:00 вечера. Важен голос каждого. Екатерина Шмидт, Талгат Мурадбаев, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.